Сотни жителей мексиканского города Тихуана, расположенного на границе с американским Сан-Диего, вышли в воскресенье на улицы. Они протестуют против массового притока в город мигрантов из Центральной Америки. С флагами и антимигрантскими лозунгами они направились к временному лагерю беженцев, но были остановлены сотрудниками полиции. И хотя многие манифестанты выражали этим недовольство, до столкновений дело не дошло. Мексика всегда была нацией, которая открывает свои двери перед теми, кому нужна помощь. Но есть разные способы войти в чей-то дом, чтобы попросить поддержки. Выбранный этими людьми способ неправильный. Параллельно в Тихуане прошла еще одна акция, на этот раз в поддержку мигрантов. Ее организовали местные активисты ЛГБТ-сообщества. По их мнению, люди проходят сотни километров, потому что на родине подвергаются преследованию. Тех, кто доставляет беспокойство, единицы. Мы не можем всех заклеймить. В караване есть хорошие люди, есть женщины, дети. Президент США в начале ноября подписал указ об отказе в убежище нелегальным мигрантам. И перед лицом зарождающегося гуманитарного кризиса мексиканские власти намерены попросить помощи у международного сообщества.